Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Товарищ Санюк, и мы продолжаем играть в Assassin's Creed The Black Flag. Я немножко пропустил тот эпизод, где я тут бегал, собирал всякие ништяки, но они были не очень интересны, я так предполагаю. Ну, мы продолжим. Тут сундук есть. Наверное, надо бы его взять. Ну. Я вижу корабль. Он здесь очень кстати. Это ты прав. Так, а чё мы дальше не лезем? Угу. Где тут чудо-сундук? Чудо-сундук. Заработать мало. Он где-то под водопадом, я так понимаю. Да. Нам надо синхронизироваться. Где-то, во. Синхронизируемся. И сейчас мы пойдем за замечательным нашим сундуком. Я тут где-то уже порядка 2500 рублей заработал местных. Можно это посмотреть как-то? Escape. Escape. Да, у меня уже 4000 рублей. Это очень хорошо. Опа, ништяк. Ну ладно, придется прыгать. И надо идти за сундучком. Давай. Давай. Ну, был... Что это за приколы? Залезть. 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 Ну, как отсюда вылезти? Залезть. Что это за дискриминация пробелов в игре? Что это за... Я не понимаю, в чем прикол? Чего я не могу залезть? Ура! Надо было нажать Shift. Ну ладно. Так, сундучок. Плюс 135 рублей. Ух ты! Плюс еще статуэтка. Ну, там, как непривычно, на самом деле, с новым управлением. Там... А в предыдущих частях зажал пробел и правую кнопку, да, правую кнопку мыши, и у тебя все зашибись. А тут надо еще зажимать Shift, чтобы бегать, прыгать. Вот, то есть я нажимаю пробел, я не бегу, надо нажимать Shift. Кого-то надо освободить, но мне вообще-то не до него, я хочу собрать вот эту замечательную штучку. Да вообще можно попасть-то? Я не это... Блин, а как туда попасть-то? Я хочу мой ништяк. Я так понимаю, надо было сверху залазить. Слушайте, отстаньте от меня, никого не хочу спасать. Я все-таки человек абстерго. Ты что же с управлением, беда какая. Ну ладно. Я еще раз извиняюсь, кто у меня подписан на оба моих канала. На Strongholds и на этот канал, потому что нереально мало времени. Вот даже сколько уж там... Между первой и второй серией, на самом деле, очень сильный промежуток был. Ну, вы этого, естественно, не заметите, потому что я заливаю серии сразу подряд, несколько. Ура! Вот так вот. Мне нужен сундук. Да, я знаю, я играл в предыдущей части, не надо меня учить. Обидно то, что он выкинул эти... Блин. Нож свой. Чугунож. Где этот хренов сундук? Так. Надо вот этих хлопцев поубивать. Ну отвлекись, дружок. О, черепаха. Черепашка. Тебя можно как-то без палева убить?
О, зашибись. Ту-ту-ту-тун. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун. Ту-ту-ту-тун. Ту-ту-ту-тун. Тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун. Ту-ту-ту-ту-ту. Бей его! Бей его! Бей его! Бей! Да бей его! Красавчик. Тю-тю-тю-тюн. Тю-тюн. А, не получилось, постарался сыграть. Блин, вообще по барабану. Да, слабоват он, слабоват. Блин, хотел по стелсу сыграть, а тут... А нельзя оружие брать? Во! Где ты там? А можешь черепаху убить? Во! Я убил черепаху! В натуре! Блин, это, конечно, печально, но это круто. О! Мертвяк. Вот это трофей. Карта сокровищ. Карта сокровищ можно найти на трупах авантюристов. Они перейдут в особые места на острове. Начав там копать, вы сможете найти деньги для улучшения корабля. Да нифига себе, тут отдельно деньги для улучшения корабля. Используйте колесико мышки или 9, чтобы выбрать карту. Нажмите F. Я хочу нажать на 9. Зачем мне обратно, что ли, возвращаться? 79. Я заплачу. Скажите, сколько? О, слава богу. Спаситель. Паникер. Премного благодарен. Он ваш? Да, он мой. Но, увы, вот его капитан. Я же в мореходстве профан. Я вполне могу повести его сам. Вы же не скроетесь с моим кораблем? Дункан. Ваше имя, друг? Стив. Стив Боннет. Господин Боннет, строго между нами. Я выполняю тайные поручения Его Величества, и мне срочно нужно в Гавану. Какое счастье! И мой путь в Гавану. Отправимся вместе. Союзники, стало быть? Слава богу, сэр. Да, подтормаживает игра. Правда? Да, у вас особая манера держаться. Сразу видно, вы не шутите. Я струсил. Но сегодня и день богат на разные события. Согласитесь. Как воспользоваться картой? Шлюпки нет. Опасаясь, кораблю нам придется плыть. Могло бы быть и хуже. Непонятно. То есть тут какой-то вот корабль типа местный, вот это вот карта, где я нашел. Вот это вот там, где я нырял, я так понимаю, вот в этой пещере. 179, 593, что это такое? Здесь координаты. Нафиг они мне нужны. Блин, тут такая большая карта. Нифига себе. Пипец. Я так понимаю, чувачок-то... Нелегко. Надо было снять камзол. Не воняй, парень. Как туда-то попасть? Карта сокровищ. Тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун. 179, 593. По-моему, эти все координаты имеют одну и ту же. Вам так не кажется? Ну вот, по-моему, по-моему.
Тут какой-то вот должен быть берег с двумя скалами и скалой еще большой. Тут, я так понимаю, он. Он что-то не похож. Ту-ту-ту-ту. Ты чё, парень? Ты не можешь залезть? А чё течёт? Неожиданно появляется вода. Ладно. Ну, так предполагает, вот этот вот берег. И нам, получается, надо двигаться куда-то вот туда. То есть... Это наверху какой-то водоем, и вот в этой вот изогнутой хрени находится наша еда. Вот теперь тут попасть-то? Возникает такой очень хитрый вопрос. А, тут даже вот такая тема есть. Круто. Где я? Что за непонятное место? Я так понимаю, тут дождь. О, клад! Странно, но орлиное чутье его не видит. Большой сундук. Что же там? 1500 косарей. 1500 косарей. 1500 денег. Ну ладно. Найдено зарытое сокровище. Ура! Мы нашли карту. Это ли не чудо, дорогие друзья? Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Черепашка! Ну ладно. О, чуваки, вас же можно обыскивать. 9. Не, слушайте, вас невыгодно обыскивать. Тун-тун-тун-тун-тун. Болтых. Плыть незаметно. О, крутяк. Очень беспалевный. Так. Я залезу. О, зачетно. О, чувак, спуститься. Тун, 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 тун. Приветствую на борту, Дункан. Шхуна скромная, но больше ей не нужно. Ложись. Нормально. Ветер крепчает. Пойдем на всех парусах. Все паруса! Чувствую ветер в волосах. Как это бодрит. Живительный запах могучего океана. Крепкий аромат возможностей. Как отсюда выбираться-то? Правильный настрой, дружище. Дельфины. Уи. Ой, я, кажется, не туда заплыл. Мы несемся быстрее самого ветра. Отдай швартовую, пацаны. Мне кажется, я плохо поехал. Блин, да я бы с удовольствием уплыл отсюда, чувак. Это будет сейчас весело. Как уменьшить обзор? Роты отдать, вперед! По правде говоря, что
опасаться пиратов. Корабль не велик, на борту ничего ценного. Сахарный тростник, бата, корон, подобные товары. Как он все вообще заплыл? Какой пират в своем уме откажется от бочонка рома? Что ж, да, тут вы правы. Как он тут проплывает? У меня такой вопрос возникает. Ну ладно. Еще парусов! Разработчики нам демонстрируют, как они грамотно сделали управление кораблем, что он настолько неестественно себя ведет. Делают такие резкие повороты. Без двигателя на парусах против ветра. Неожиданно, да? Спустить промселя и бом промселя! Не ругайся. Отдать, вперед! Какая крутая хреновина. Плыть. Ух ты, кит. Крутяк. Два. Я не успел посмотреть. Ой. А, что-то загружается. Окей. Вы прирожденный моряк. Я успел немало постоять у руля. 2 года был матросом на капере. Черт побери. Вот жизнь достойная мужчины. Столько приключений. Изумительно. Да, странного я видел немало. С чем это связано? Непонятно. Прекрасно. Многообещающе. Тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Тин-тин. Действие выполнено. Тин-тин. Так, спокойнее. Ну вот, с возвращением. Эдвард Кеннеуэй. Ну, показатели в норме. Убедимся, что с тобой все нормально. Покрути головой и посмотри на лампы. Сюда. А знаете, что я вам вверх скажу? Мы на этом закончим серию, и дальше вы уже узнаете, что происходит в следующей. Спасибо за внимание.